Выдвигаемся в Крым. Однажды все мы постареем, и каждый день мы будем рассуждать о том, как не летели, как боялись важные слова сказать, о том, как на мечту глаза закрыли. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы в рамках программы Яндекс Ультимейт. Максимальный комфорт для заднего пассажира. Везем эту группу отчаянных авантюристов в аэропорт. В тамбуре в шортах дрожа. Спасибо. Для себя я тогда уже решил. Спасибо большое. Остальные пусть поют для писюх. Я ж всегда буду петь для души. Звезды падают, звона монет. Всех, кого уважал, пережил. И тебе, брат, отдельный совет. Не ведись, путь собрался идти. Билетики сданы, все контроли пройдены, идем к гейту. Вот полетим. Примчались. Билетики забрали, впереди трансфер. Сегодня мы ночуем в хостеле. С утра собираем билетики и гоним в сторону моря. Первого дня. Наши коробочки сейчас будет вскрытие. Очень интересно, как там состояние. Ну так, чисто визуально. Все выглядит очень даже хорошо. Фига ты упал. Целочки, бескамерные, и они не взорвались. Я собрался. Выкатился затестить вельчик. Жека, чуще. Еще распаковывает он гораздо более тщательно подошел к этому вопросу. Но у меня вроде все огонь. Остался обрежется сумочками и поедем. И уже поедем. Ну что, первый день официально может начаться. Закупили все необходимые расходники. Поели, самое главное. Да, выдвигаемся в сторону Бахчисарая. Там будет обед. И надеемся отдых. Ехать всего 40 километров, на улице плюс 35 в тени и... О, это может быть очень горячо, но надеемся, что будет очень горячо в хорошем смысле этого слова. Ты всегда забываешь. Так, решил покачать колесо. Офигенно. Говорит, давайте 5. Не больше 5 атмосфер, пожалуйста. И на 4,5 оно лопнуло. Ну как лопнуло? К счастью, покрышка целая, просто вылетела сбоку. Ну, соответственно, был взрыв, везде разметало герметик. Вот сейчас собираем на камеру. Размышляешь о том. Таврида недостроена, а мы по ней уже едем. Все эпопеи с колесами закончились. Двигаемся в сторону Бахчисарая. Жак, сколько температура? 38 градусов. На улице 38 градусов. Но всю ситуацию спасает то, что, во-первых, мы едем по абсолютно новой, ну, только что построенной трассе, которая незаконченный трафик по ней еще не пустили. А мы уже имеем возможность по ней проехаться. Ну и виды. Виды, конечно, роскошные. Бахчисарай остался позади. Заезжать в него мы не стали. Мы едем по объездной. Дорога нас обвела в круг. Мы очень поздно поняли, что проехали поворот в город. Прикинули, до Севастополя осталось 34. И сегодня хочется увидеть море. Поэтому Бахчисарай, скорее всего, очень красив. Но посмотрим мы его не сегодня. Мчим к морю. Красиво. Скажу только одно. Очень жарко. Ладно, на самом деле проехали уже полтос. До моря осталось 30-ка. Все мысли... Уже там, уже в воде, уже купаются, соответственно, все силы брошены на то, чтобы добраться до моря как можно скорее. Горы стали выше, дорога красивее, остановились на заправке. Налить воды и съесть мороженое. Следующий. Следующий.
детстве. Тысячу лет не помню, чтобы ты просто задумываешься, смеясь. Радуешься тому, что вода таскает тебя с жопой по камням, и больше тебе вообще ничего не нужно. Это морешка, это прекрасно. На поиске ужина и ночлега. На карте увидели, что где-то недалеко от места, где мы купались, есть автокемпинг, и решили, что сегодня попробуем ночевать там. Сегодня мы официально два матрасных катальца. За день видит около 70, мы приехали в столовую. Сейчас купим ужин, поедем к морюшку под закатик, поужинаем. Уже забронили два места в кемпинге. Оставим палаточки, уснем, и завтра будем исследовать Севастоп. Я вырастил сердце на грядке, я жду его сладкую мякоть. Я вырастил сердце на грядке, оно без меня зацветает. И снова я за границей, а сердце мое в теплице. И снова я не скучаю, а сердце мое в отчаянии. Я вырастил сердце на грядке, надеюсь, оно там в порядке. Я вырастил сердце на грядке, просил поливать его часто. Остановились вчера в кемпинге. Я думаю, видно за моей спиной. Видок, конечно, с одной стороны такой, с другой стороны гораздо лучше. Завтракаем, собираемся и мчим в Севастополь. Выехали из Любимовки, мчим в сторону Севастополя на паром. Ну, день начинается с череды легких апхилов. Закончили переправу, теперь мы официально в Севастополе. Ну, может, до этого были официально, но, в общем, теперь мы точно в Севастополе. Едем устранять Джейкину восьмерку, закрыть все вопросы. Вчера после взрыва колесо начало немножечко выспирить. Едем в сервис, починим колесико и поедем кататься по городу. Тонкая грация рук, танцующих тел в отражении. Сочувствие, стыд, унижение. Чуть поправили восьмерку на ободе, посадили на место камеру с большим трудом, но все-таки посадили. Колесо ровное, можем катить дальше. И сердцу незачем биться, живут в черно-белом кино. И нету возможности остановиться, за днями следует год. Стареют усталые лица, хочется в небо катиться, но все наоборот. Наши севастопольские приключения потихоньку подходят к концу. А, кажется, мне догонят автобус. Короче, мы пытались заехать в Херсонес. Нас там с велосипедами не пустили. А, привязывать их на велопарковку мы, разумеется, не стали, потому что, ну, не в наших правилах оставлять велосипеды просто, а уж тем более велосипеды, обвешанные сумками, без присмотра. Там наша жизнь вся на данный момент. Ну и, в общем, внутрь нас не пустили. Мы уезжаем из Севастополя, едем в сторону Балаклавы. Весь Севастополь в горках, постоянно то с горы, то в гору. Фу, тулим в Балаклаву. Катит. Герой. Убийца. Машина. Там сняли до Балаклавы.
Там был офигительный спуск, который воздал, ну, по крайней мере, мне. Жене не понравилось. Мне он воздал за все подъемы в Севастополе. Мне понравился. Бывалый лучший. Говорит, недоволен. Не удовлетворен, Женька. День апхилов с чудесными видами. Если ты уйдешь, то будет лучше. Просто я не говорил тебе. Это только нас тратит и мучает. Просто я не говорю тебе. Давай, передаю тебе. Пламенный привет, память о наших путешествиях по Алтаю. Снова горы и камни. Вот этот молодой человек, вот этот, и я, вот этот, спускаемся на пляж, вот сюда, и сейчас будем купаться. Я уже нашел дом, называется гостевой дом Василий. Повелся на эту штуку с плаванием на катерах на велосипеде. Мчим на пляж Василий, потому что мы не спустились на него пешком. Сгоняли в балаклаву за едой. Мчим чевать. Смотри, видишь печати на радуге и ты. Вот там нас стратога, пойдем туда. Смотри, поезд колесами в Ладоге внутри. Второй начинается интересно. Катер. На этот пляж, где мы ночевали, не пришел. Фоткается. И нас сейчас ждет очень здоровский подъем наверх с велосипедной лестницы. Вот туда она уходит. Даже пешком по ней не очень просто передвигаться, в смысле без велосипеда. С велосипедом будет целый экспириенс. Но я думаю, мы справимся, потому что выбора нет. Чем балаклава. И оттуда уже вдоль моря, между гор. Выехали из Балаклавы, мчим в сторону Ялты. Тут на выезде на трассу такой, не сказать, чтобы очень длинный, не сказать, чтобы очень крутой, но рабочий подъемчик. Я поднялся, уже подъезжает. Подъемы, подъемы и еще раз подъемы. Вокруг безумно красиво. Фух, горы, леса. Очень красивое небушка. Ну а бесконечные подъемы в гору. Чуть-чуть с горочки и вкручиваем. Чуть-чуть с горочки и снова вкручиваем. Я думаю, сзади видно. Тулим. Приятнее видать в одиночестве. Я... Вон мчится чемпион. Едет, вкручивает. Красивый. Спортсмен. Похоже, что я наконец-то убежал от проблем. Поехали, красивейший 5-километровый спуск.
Всю дорогу были мурашки. Мчим в Форос. Ну как мчим? Продолжаем взбираться. Едем в Форос на обед. Вот там валили. Ехали прям от самого морюшка. Капец. Сидели мы уже, значит, на пляже в Форосе. Занимались киданием камней в воду. Думали, что день закончился. Мы хотели сделать это завтра утром, поехать в Ялту. После этого поехать в Ялту. Но поняли, что день недоработан. Накатались не так сильно и бахнули все это дело под закат. И вот, куда нас космос и будущее так несбыточно, да бросьте, слепит прохожих наша мечта, словно фары автомобиля. Мы вместе идем туда.